день, дорогие наши гости, наши друзья, коллеги. Очень приятно в очередной раз открывать выставку художественного искусства в нашей студии «Гармония». Очень рада сотрудничеству. Приятно, что данная выставка открывается в канун празднования Международного дня матери, который мы будем отмечать в это воскресенье. И этот подарок для наших мам, которые сегодня к нам вечером придут на концерт, будут радоваться выступлению своих деток и также будут смотреть на ваше красивое творчество. Благодарим вас от отдела культуры. Хотим выразить вам большую благодарность и вручить гранты за ваше творчество. Желаю вам успехов, новых свершений, интересных плодотворных идей и их воплощения. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Спасибо за работу. И также благодарность Юлии Васильевне, представителю родителям. Огромное вам спасибо за вашу дочку, что воспитали такую замечательную художницу и что ее работы висят у нас. Спасибо. Спасибо вам большое. Молодежь, дети, взрослые, чтобы люди приобщались к искусству, к творчеству. Мы живем, все знают, что в сложное время, что вокруг нас творится хаос информационный, и мы постоянно в этом задействованы. И нам нужно как-то разгружаться, получать какое-то духовное удовольствие, поэтому творчество нас спасает, творчество нас объединяет, и хотелось бы, чтобы люди, придя на данную выставку, ну, возможно, вдохновились и пришли домой, нашли свои старые кисточки, краски и решили порисовать немного, потому что это для души, душа отдыхает, и мы отдыхаем не только от информационного того хаоса, который творится вокруг, но и просто от рутины повседневности. Эта выставка проходила у нас, она, когда была «Ночь искусства», называлась «Красота. Картина, несущая свет». И если мы, правда, посмотрим на эти работы, то, естественно, видим, что они несут нам свет, позитив, добро. В наше, как сейчас сказали, такое трудное время, наши художники, они именно видят то, что не видим мы практически. Да? Мы порой идем, спешим, куда-то бежим, суетимся, не видя всю красоту, которая перед нашими глазами. И поэтому хотелось бы поблагодарить наших художников за то, что они у нас есть. Клуб «Гармония» у нас он уже более 30 лет ему. Он, как говорится, такой возрастной уже клуб. И когда вот такие вот талантливые молодые люди присутствуют в нашем клубе, эта жизнь продолжается, и она будет продолжаться. Спасибо. Так что, Юля, такой небольшой сувенирчик от нашего музея, но они очень емкие. Это Михайловский уезд, наш, вот старые фотографии Спасибо. Нашего города. Спасибо, я на самом деле мечтала. Поздравляю тебя с открытием выставки. Так держать. Спасибо. Ну и ждем работы на областную. Спасибо огромное. Да, Ирина Николаевна, вам огромное спасибо, потому что если бы не вы мой вечный двигатель, который меня постоянно подталкивает, заставляет идти, давай. Если бы не она, я думаю, может быть, ничего бы не было. Моя работа «Маки». «Маки» ассоциируется с летом, с теплом, ощущение, что ты вышел в поле, которое веет запахом маков и благоухание лета, цвета. Дальше это город-сити, я не знаю, какой это город, Москва, может быть, другой, Лондон, не знаю. Просто город, просто новостройки, ночь и отражение этого города в воде. Это работа Юлии у нас, красивая. Так, дальше, значит, также моя работа – это пионы. Пионы, хорошо. Цветы, которые несут в себе свет, давайте так и скажем, как наша выставка. Юлия рисовала красиво, писала красивую картину. Так, дальше опять моя работа. Мы ее готовили тогда к дню рождения. Музей. Да, букет музея. Букет музея, то есть была тематическая выставка, поэтому мы готовились, вот, рисовали букеты. Так, дальше это абстракция такая в виде бутылок. Назовем эту картину как... Нет. Радужное стекло. Радужное стекло мы ее назвали, да. Радужное стекло. То есть она такая абстрактная, неправильной формы, ну, такое несущее в себе какой-то интересный такой цвет теплый. Котики у Юлии красивые, добрые.
Так, дальше моя работа. Это конь. По-моему, если я не ошибаюсь, 2014 года. Она старая работа. Рисовала я ее для Нового года. То есть был символ года, да, был год лошади, и это был как новогодний такой талисман. И осенний пейзаж, просто хочется выйти в аллею и пройтись по ней, пошуршать листочками. Как-то так.